Ребята, всем здравствуйте. Итак, хочу протестить нашего цеха. Вот такой вот цеха. Спилховер. Как он у нас качается на запретных вратах? Что у нас есть? У нас есть сом. Винью уровня 8. Сом не заточен. Роба, Авадон, три краски, тату, мудрость плюс 4, дух минус 5. Есть талисман дерзости. Ну и в принципе все. Итак, пробуем. Так, бьем вампиром. Три атаки нужно сделать, чтобы убить змею. Ну, еще разочек попробуем вампиром. Три атаки. Моб все-таки подходит и касается. Это плохо. Бьем вторым скиллом. Шадов. Сияние тени. Откат у Шадова большой. Поэтому только уходит два раза. Ну и вообще-то добивать надо. Так, пробуем вампиром. Потом шадов добивать. Отлично, два нюка. Ураган. Два урагана. Ну, в принципе, можно качаться. Так, по соскам. При атаке используется одна соска. Ох, вот идет. Ребята, стунят хорошо. Ну, если два нюка будет, всего лишь два, то уходит две соски. Три нюка, больше соска уходит. Так играть за ЦХ на 65 уровне. В принципе, нормально. Но только очень опасно, как бы. Ну вот, хорошо зашло. Два нюка есть. Тоже два нюка. В принципе, можно играть. И опять же заливка. Мана у нас не резиновая. Есть еще у нас вытаскивание, подпитка от трупа и самобичевание, восстановление маны. Вот баночки. Восстановление ХП. Так, довольно неплохо. Играть за ЦХ. Просто прекрасно. Красота. В общем, магия — это сила. Огромная сила. Ребят, переходим все на магов.
Все решено. Топим за мага. Всем счастливо. Давайте свои комменты. Кто что думает про цеха. Какого она как на классике вообще.